Приехали в Портофино, самый дорогой город в этом районе. Идем к морю. Вот эти, как знаменитые виллы, или что это? Красота! Олигархи одеваются в кучинели и все еще, хер поймешь. Угу. Тут реально смотреть нечего, но цены хамачку с кап кофе. Сейчас пойдем посмотрим, чашка кофе сколько стоит. И тут какие-то вообще заоблачные цены. Вообще непонятно за что. Понятно, за что тут все яхты стоят этих олигархов. На парковке. Бабосы. Бабосы не слабенькие. Пуччи. О, Эмилио Пуччи. Откроется в марте. Дизайн. Диор. Ну вот, он и весь город. Все, маленький. Что-то яхт нету. Здесь private. Yes, yes. Наверху видите такой дворец. Частная вилла. Место для богачей.
Всем привет из Портофино. Январь 2024 год. Как-то так, не могу говорить. Вон, смотрите, какая красота. Ну и бетон закрытый. А вода, чистая вода какая, посмотрите. Очень красиво. Ну, не могу ничего больше рассказать. Слушайте, пока залезли на эту гору, чуть не сдохли. Ужас. Реально, можно сердечный приступ получить. Это столько ступенек. Обалдеть. Прикольно. Я тут, кстати, в первый раз на этой горе. Просто разы как-то приезжали, лето было, тут столько народу было, что мы не решились подняться. А сейчас нихер делать. Решили залезть. Реально чуть не сдохли. Пожалуйста, такие дороги. Это вилла какая-то. Чуть-чуть. Ласково. Мои компаньоны на полпути сломались. А я лезу. Жесть. Я не знаю, еще далеко идти, недалеко. Может, после этой экскурсии сдохну. Ужас. Вот это. €5 вход. Смотрите, вон эти помелы или грейпфруты растут. Лимоны. Ну, красота же. Залезу туда, не залезу. Решили зайти в этот. По 5 рублей посмотреть дворец. Вряд ли мы сюда второй раз припремся еще по таким ступенькам. Фу, какой сад красивый.
Бля, говорить не могу. Это вид на миллион долларов. Пардон, евро. Да? $1 million view. А вон там еще вот этот дом. Куда мы идем? Илью? Тут можно в кафешке посидеть. Там уже открытое море с той стороны. Это мы еще с этой стороны в бухте. Вот видите, это вот эта бухта, где мы ходили. Вот это мы сейчас на этой верхотуре. А вот уже через вот этот забор и вот та вилла, там уже открытое море. Заходим в этот костелло. Сейчас уже 7 потов посливалось. Обалдеть. Фу, что тут интересно. Грета Гарбо, Франческо Леони, это кто? Я не знаю, кто это. Ой, вот это да. Розмарин цветет. Вот она, Портофино. Все как на ладони. Только одна яхта красивая стоит. После шторма убрали отсюда все яхты. Кораблики. Был очень сильный шторм. В эту бухту очень много залилось воды с мусором, с деревьями. Поэтому сейчас везде идут ремонтные работы. Бухта, конечно, закрытая, но ей досталось. Красиво, да?
Вот он, Портофино, Портофино. Вещь как на ладони. Угу. Ой, а воздух тут такой. Слушайте, у меня даже голос прорезался. Видите, как шикарно. Это оно и есть, вот это Портофино. Знаменитая. Там уже открытое море. Казалось бы, до отсюда, до туда. Там сколько там метров, да? Ну, видишь, поперекрывали все заборы эти, понастроили. И невозможно на ту сторону перейти. Пришлось вот так вот по этим ступенькам переться вот сюда, сюда, сюда. И все равно еще, чтобы попасть на ту сторону, надо еще вон, переться через вот эту вокруг вот этой горы. Ужас, да? А так бы вот раз, два, три, и все, и на той стороне уже у морюшка. Ну, смотрите, вот там я вижу один танкер, а вот то остров, да? Какой-то островок там. Танкер движется, а то он не движется. Надо будет посмотреть по карте. Тут, конечно, для дайверов рай. Тут очень много на дне моря затопленных таких скульптур, всяких разных диковинных. И они со временем поросли этими всякими разными кораллами. Дайверы ныряют, там с ними фотографируются. Красиво. Так, а где наш рапальчик? А наш рапальчик вот, вот там бухта огромная. Угу. Перед мостом. Красота, да? Все уникальное место. Когда я сюда попаду в следующий раз, поэтому надо налюбоваться. Не, вот туда приехать не проблема, вот на эту гору залезть. Идемте дальше смотреть замок. Я надеюсь, вы зацените это видео, потому что я чуть не сдохла, пока сюда залезла. Климат тут, конечно, шикарный. Эти цветы цветут круглый год. Так, еще ступеньки. Это что это тут? Вот тут что тут у нас? Пожарная. Пожарная и руки мыть. Туалета нет.
Лосось где-то быть. Кайзер Вильгельм II приехал. Как он все залез, интересно. Кайзер и Виктория в Портофино. Не знаю, как они сюда залезли. О, какая печка буржуйка, да? Старинная. Ёлка горит. Какая-то частная комната. Ким Новак, актриса. Все знаменитости, которые тут были. Это кто? Берто Анджели и Антонетта Пьяджи. Не знаю, кто это. Баба с ножом кому-то бошку отрезает. Нормально. Тут кому-то молится, а там бошку отрезает. Нет экскурсовода, чтобы хотя бы объяснили тут что-то. Итак, как говорится, своим. Это остров, да, там какой-то мини-остров. Так, дальше идем куда? Тут мы были. Еще он ступеньки вверх. Тут елочка с пожеланиями. Балкончик. Угу. Ой, красота. Паны сходят или что это? Это вот он, этот, как его. Роза это как его. Которая у меня в доме сдохла. А тут хибискус. Представьте себе, тут он на улице живет. А вот такая миниатюра. Дальше.
Наверное, в башню. А в башне сидит принцесса, да? Ждет свое чудовище. Слушай, ни хера нет. Ну и... Одно окно разбито. Ну все, это мы на самой верхней точке в замке. Отличная зарядка сегодня. Это набило, да, смотрите. Свой этот терраса, свой порт. Как его, пирс или как? Выход в море купаться. Шикарно. Ну, вот и все. Такая вот экскурсия. Слезем обратно. Короче, мы шли. И, наконец, пришли к этому знаменитому Портофиновскому маяку, который построен вот прям выступ скалы в море. Нету нифига, зимой все закрыто, нету бара. Марию тоже закрыли в клетке. Сейчас так вокруг полазим и будем собираться в дорогу домой. Ух, ветер тут. Кто это тут? Не знаю, кто это. Живем мы вон там, видно? Коротенький мостик. Это трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин, все побережье нам надо обойти, чтобы домой прийти. Ох, тут ветер, надо не заболеть еще хуже. Открытое море. Лигурийское. Залив. Смотрите, уже там еще долезли. Вверх. Сейчас, конечно, уже ржу, потому что лезем вниз. Еще он побольше. Да, конечно, мы сделали это. Мы это сделали. Не знаю, сколько мы прошли километров. Но ступеньки просто убили нас.